Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1296. События дня. Иаков 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. За 4 июля 2019 года. Наше объявление, прочитайте. Затормозите и дальше. Ну, а тут вот книги-то из Америки. Мои ответы. Я объяснил, что это к истину православию и прочее. Лишний раз не заглянешь в интернет, поэтому мало что записано. День события. Вчера готовились встречать гостей. Я взял топорик и вырубали лопухи репей. Большие наросли стебли. А их мне относили, ну и не тяжело. Двое. Нестор и Тарасий. Двое дети были тут. Игорь Ливунов поехал с ребятами. С ними же потом купались там. Пока он купался, там попала рыба в мордушку. Они ее кому-то отдали. Там Илюшка один подошел, тут все попрошайничает. И они ему взяли, все вывалили. Я их послал обратно, идите. Это вы украли. У вашего там ничего не было. Ни мордушка, ни рыбы. И отдали. Я сказал Владе, давай-ка баню истопи в четверг. Потому что приедут гости, не до этого будет. Так и сделали. И вечером приехал здесь Семенов. Вячеслав с отцом и женой, и с ними приставшие дороги Виталий Калиников. Ну, встретились, я не стал мешать, за стол пригласили. Говорит, кормите, а я пошел к себе домой. Рядом здесь я видел, как машина подошла. Они ролик выставили, подъезжаем рядом. Ну и так все по-хорошему. Поприветствовались. Это событие для нас важное, мы подготавливаемся к нему. Сегодня уже намечены беседы начать, а завтра уже суббота будет. В 8 утра встретимся, там где спортзал, там места больше. Будет экзаменационный период, их начнем спрашивать, кто, как, а сегодня они заполнят пока бумагу, обращение, биографию, как обратились. Вопросы составлены, они в книге «К истину православию». Вот все это события дня. Человек бывает один живет, и нет, хочешь иметь друзей, сам будь дружествен. Вот так, остальное чего говорить-то? Все пока на этом.